решили пойти поискать Глена, который застрял там у этого, у мотеля. Лично я бы так не отважился взять и захотеть пойти туда. Я бы не скажу вот в грубой форме, я скажу более ласково. Я бы не смог это сделать. Я бы от страха не знаю, что бы сделал. Пойти к зомбикам. Это же вообще страх, они же едят. Их там целый город. Так. Ладно, сейчас пойдем этот. Ну чё, гоу? Во, батарейки тебе нужны? Great, thanks. Да, всегда пожалуйста. Hey, Carly. Подвигаемся. You ready to head out? You got it. You? Да само собой. Yeah. Let's go. Go. На всякий случай прощайте. Да, игрушка это нечто. Ничего себе, мы до мотеля дошли без встречи с зомбиками. О май гад. Не пойму, как он нас не заметил. Они же чуют вроде мясо. Лично я не понимаю. Я знаю, я фильмы смотрел. Зомби всегда чувствуют мясо и идут на его привкус. Чё там? Be ready to shoot. Окей. Чё там? Guys, man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. В мусорке спрятался. Как они его не нашли? Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. Выжишь? No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Девочка, наверное, или мальчик? Who is it? It's a girl. Девушка. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying that I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Lucky you. Now let's go. Just leave her. Теперь нам нужно спасать еще ее. You guys are suicidal. Я согласен. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Еду, но откуда взять на нее? Let's go save Glenn's damsel in distress. Подружку Глена, ее в подружке нарекли. Сейчас зомбику валить будем. Че, камера-то че не возвращается никак? Как-то медленно слишком. Нам будет сейчас нужно из стелса пробираться до туда. Либо напрямую от зомбиков валить, одно из двух. Okay, так. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Что-то их привлекает. So we got that one right there. Close. Так, что там у нас? Фургон. Так, тихо, без палева. Без палева. Фух, без палева. Мы это смогли. Так. О май гад. И что же делать? Я ничего не вижу. Так, сейчас. Фух, последний раз. Не последний. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Так. Нет, что? Блин, да что же делать? Блин, да что же делать? Ладно, погодите, я сейчас догадаюсь, что сделать, и продолжу. Так, я, кажется, догадался. Так, вот сюда. Без палева. Так. Вот надо взять эту подушку. Будем душить дружно зомби. Вот верно сказала, как нам их задушить. Ну вообще, он, конечно, приколист. Нам поди надо будет эту подушку зомби на башку одеть. Посмотрим, мы этому одеть сможем. Так. Шмурик. Проблем. Красиво. Так, может тогда он того придушить, жмурика? Попробуем обратно сходить и попробовать этого
Нет, тут не получается. Значит, проходим туда. Обратно. Посмотрим, что там еще можно сделать. О, вы видели, у него глаза побелели. Так, нужно вторую подушку найти, я думаю. Так, вот где? Так, блин, опять пытаться догадаться нужно ща. Пойдемте попробуем сходить направо. Мы направо еще не пробовали ходить там. Мы только сюда пока пробовали. Может, там найдется подушка или что-то получше этой подушки. Вот так. Само собой мяско охота. Так, ну и что же мы тут-то делать будем? Так иди проползи да пузырь. Ого. Отвертка вообще норм. Подушкой. What are you gonna do with that? Уничтожить подушку стекла. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools. We're making a bunch of noise. And none with pillows. Now we just have to get it quietly. Давай подушкой. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Я без понятия лично, что дальше нам делать. Making a bunch of noise. Инструмент по диску. Они должны быть в пикапе, я думаю. Асик. А, может вот так вот наверх и влево. Нет. Он-то назад отходит. Да блин, ты что творишь? Так, я же тебе говорю, туда идти, а не поднимайся. Мне. Мы уже насмотрели, что здесь. Get out your gun. Just follow my lead. Stay right behind me. Заткнись! Жестко мы его. Да, ну ерунда. Давайте дальше ломиться. Так, ну вот. Может тут в машине ничего не идет. Так, толкнуть. Открыть. Хоть бы ничего ценное нашлось. Свеча зажигательная. Вон, зачем она нам? Ну, окей, возьмем. Может пригодится на что-нибудь. Это... Зажигалка. Окей. Так. Посмотрим, что... Нет. Я не хочу в пикап его возвращать. Так. Блин, там зомбики. Толкнуть надо машинку. Подталкиваем ее к тому зомбику. И жмем его. О, там топорик еще есть. Крутяк. О май гад. Я боюсь. Окей. Ну-ка, мы что, сможем открыть дверь? А, не сможем. Это сейчас зажигание, что ли? Чё? Let me see the spark plug. Чё зажигание? Че ты хочешь сделать, я без понятия. Круто. Ладно, давай фарфором забьем. Блин, хоть бы не заметили. Есть, не заметили. Мы будем жить. Все, теперь будем жмуриков коцать. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Теперь я думаю, надо идти назад. Вон туда. Того жмурика замочками. Там еще один жмурик же у нас есть, и его коцом. Хотя этого, думаю, не стоит, но возможно будем. Подойдем вообще.
жралово тупое. Блин, прямо ассасин. И вообще умирает, прям ассасин. Подсвистнул зомби, давай иди сюда. Ай. А так. Нати. Тупая зомбяра. Ну все. Блин, вот это вот как раз там замечательно. Топорик взять пошел. Давай. Нам это вообще не нужно, лучше топорик возьмем. Отвертка это так нет. Да вообще, холи шут. Да. Нет, не закончили, представь себе. У нас, блин, напряженный момент, мы зомбиков валим втихую. Так. Ползем. Блин, хоть бы сейчас все прошло без спалива. Да уж, начал. Он уже давно начался так-то. Как только мы игру начали, там, врезались в зомбика. Вот тогда и начался ад. Это уже его последствия. Ну, круто. Теперь мы должны будем водить зомбиков с топором. Когда нам жвайку дадут, или что, базуку хотя бы. Хотя бы. Ай. Ладно, надо их замочить, пожалуй. Как они меня не замечают? Я уже вроде близко. На! А все тут два зомбика осталось, не так сильно. Палыч. Да не говори. Я прям Рэмбо. Сейчас мы разрубим эту доску и войдем к ней, если она не укушенная. Я думаю, скорее всего, она может быть укушенной. Hello in there. We're here to help. Не стучись, ты же её напугаешь. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Да блин, она заражена, поди там, поэтому и сидит. Так, так не получится, окей. You might want to break through that board. Да, first. Да, да. Я извини, ошибся. Да блин, опять. You might want to break through that board first. Да, 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 сейчас. Вот так. Вот все. Вот и все. Теперь можно ее и вышибать. Ой, простите. Stop, just stop. I'm coming out. Окей. О, господи, ты как расплакалась, это все. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Да уж. Guys, she's been bitten. Жаль. I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. Так. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len, I don't want that. It's not Christian. Ладно. Please. Just leave me. Please go. Давай мы тебя убьем, если ты так хочешь. Я могу снести башку. What if you turn and follow us back to our group? I know that was why I was locked away. I can't let this happen to me. Я согласен. Застрелить. You have a gun. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Вот именно. Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. Да, уж это точно. Ладно, дай пистолет, покончи свои мучения. What? You can't be serious. Do it. No. Посмотри на нее. Так, мы не можем рисковать оставить ее. Тогда застрели ее. Посмотри на нее. Дай второй лучше. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Извини, придется это сделать. Нам же не нужен еще один ходячий труп. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. Пушка должна. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Yeah. Can't leave it. You two go on. Блин, почему мы это остаемся? Okay. Пусть они останутся. You sure? Нет, не уверен.
Я не уверен. Нет, нет, не уходите. Я хочу уйти. Я с тобой. Бог помилует тебя. God bless you, all right? God bless you too. Спасибо. О, май гад. Тирана в рай точно не попадет. Самоубийцы в рай не попадают. Эх, жалко ее. Беда. Ах, какие ужасы мы начали видеть уже с тех пор, как убили того этого сенатора. Ну как, мы этого не видели с вами, дорогие телезрители? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. Он сам его взял и застрелил, а мы этого не видели, только знаем о том, что он, возможно, имеет скелетон, не факт. Good to hear it. And things back here? Ну, как тут дела-то, кстати? Friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Сможем, у нас есть топор. Так, пошли в кабинет. У нас же есть топор до сих пор. Мы здесь мы его не оставили. Давай. Вот, ура, топор мы не оставили. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Блин, а что теперь где искать? That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Проверить матрас. Еще раз. The pants came in here hoping to survive, but it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Да, жаль-то. Or a protector, at least. Погибли. У нас ничего полезного мы не найдем. Я так думаю. Да уж, этот старый скоро погибнет. Так. Блин, где взять эти чертовы ключи? Пожалуй, ей дадим батончик, она, наверное, проголодалась. Not much, but here you go. Thank you. Of course. Может, этот мне поможет чем-нибудь? Он же здесь появился сейчас. How you doing, Glenn? You know. Так, Глен, так какое про то, что было в мотеле, спросим. Back to the motor inn. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good man. Good. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? Она не хотела, ну-ка, милосердие. Mercy, man. I couldn't let her go on like that. We could. You never know. You can't give up hope. I think it was over for her, Glenn. Глен, а какая у тебя история? What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everetts a few times. Sorry. I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Я тоже об этом подумал, что он доставляет пиццу по его форме. Какой твой следующий шаг? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Сирота? I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Yeah. Try to get some rest. Где же нам эти ключи-то взять? Yeah, right. Тут ничего, он за прилавками. Может, у нее есть ключи? Hey there. Hi. Выглядите, как твой пальчик? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. Знаю, я не твой отец. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Нас ничего не останется. Deal. Зомбики поедят. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Я тебе уже принес. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Clem. I'll see if I can find something else for you. Конечно. Ты должна дать знать остальным. Нет, лучше пока ничего не говори. Sit tight. Okay. Нужно делать.
Вот. Уже есть ящик с едой. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Да уж. Радио Карли. Так. Пусть нам пока, видимо, не понадобится. Надо обойти тут все хорошенько, посмотреть. О, батончик. We just need to get back to Fort Lauderdale. Да вы не вернетесь туда. We'll do our damnedest. Так. Фотографии, вырезка из газеты. Мы прочитаем, что тут есть. Убийство Кеннеди. I don't remember them very well. Try to get some rest, hon. How can I with those things? How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn. Скоро уже им дернуться, если мы не откроем дверь. Ладно, пойдемте, выйдем на улицу, может там ключи завалялись. Ты чувак этот, открой дверь. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Давай смотримся. Let's have a look around. Okay. Как там поживают наши дружки-зомбики? О май гад. Ну блин, такие глаза делают. Конечно, говори, господи. Так это мы где находимся? Это дра... А, дрокс. Друкс. Или драк. Ну, военных сил. Точно, даже военные не смогли их победить. And whatever's left comes back as one of them. Блин, я думал, хоть военные их, хоть военные их смогут победить, даже они не смогли. Yeah, so о, магазин телевизоров. Может, включим там телек, привлечем их внимание. Не, не достает. Think you can do anything with this? You know what I could do? Давай. What's that? Сейчас мы привлечем их внимание, пойди откроем клетку, пока они зырят телевизор, что-нибудь сделают. Давай, надеюсь. Жмет на все кнопки и заработает. Ты крутой, слушай, парниш. Сейчас руку откусит возьму. Well, fucking done, dog. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? О май гад, это телек, у него аж челюсть отпала. Люди даже после смерти не забывают про телеки. Да, но внимание мы их не заострили. Этот канал переключить будет. Уставали. И что, их слепят, что ли? I think they're most of who you see wandering around. Да, жаль парней. Так, что тут у нас есть? Еще вон. Застрявший ходячий. That guy over there has the keys. How can you be sure? Так уверен. I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Братик его поди. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there. Да, уж это будет сложно. You wouldn't need long, right? Just a few seconds. Так его еще обшарить надо. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Да, замок. Ну-ка попробуем телевизором открыть замок. Open sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but that universal. I know. Круто, круто. That's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Так, посмотрим на магазин телевизоров еще раз. Так, ну и что же нам остается тут делать? Как же нам выйти? Так. Да блин, я вообще не представляю. Если мы откроем дверь, я думаю, нас съедят. Few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. Он реально хочет открыть дверь.
Ну ладно, блин, давайте, раз он так хочет. Doc, you wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? Неужели у тебя нет? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. Мы еще застряли тут? We're also party to some egregious fire code violations. Ладно, попробуем топориком. Как нас после этого съедят. Awesome. А, очень круто. Now to distract those things. Carefully. Смотрите на меня! С вами вкусняшка. Так. О, мой, как бы они на нас не напали. О, кирпич надо взять. Кирпич. И метнуть его в телевизоры. Ну, надеюсь, ты меткий стрелок. Как они нас не замечают вообще? Опа. О май гад, это телеки. Они работают. Давайте посмотрим. О, каналы пытаются переключить. Точнее, гляди, даже после смерти не забывают про телевизоры. Столпились там. Давай, ран, ран, быстро, быстро, давай. Ли, давай, беги. Be careful. Keep an eye out. Беги, беги, беги. А, сейчас прикол, телевизор отключится или сломается. И тут на нас нападут зомбики из-за хава. Он тоже в зомби превратился, жаль. Придется его убить. Hey, bud. Жаль. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there. Да, но его придавило столбом, и его укусили. Did you find them yet? Give me a second. Придется его убить. Я должен. Жаль, что меня здесь не было. Хотя почему жаль, то нас бы тогда тоже съели. Он тут орёт так-то, а почему другие зомбики на это внимание не обращают? Телек настолько интереснее еды? Сори, братиш. Он мертв? Блин, нет. Блин, надо его еще раз добить. Надо ему отрубить голову. Рубим башку. Руби башку, получай лапшу. Как-то не слишком ритмично. Блин. Может хоть сейчас он сдохнет? Язык вывалил. Позырьте, он язык, кажется, вывалил. Ну все, теперь оббираем его. Да, нигеры после того, как становятся зомбиками, становятся еще чернее, чем были. Вот и все. О май гад. Да. Почему они на телевизор это перестали смотреть? Именно в этот момент. Блин, как дверь-то закрыть? Блин, они так дышат. Будто задыхаются. Не говори вообще.